ретро поездов. Да. Парад поездов представляет часть 2. Ретро. Поездка на параде поездов, часть 2. Едем. До Каховска едем на ретро-поезде вместо Ижа 3. Сейчас. Сяду. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Новаторская. Я посмотрю, какого года выпуска бабушка. Следующая станция Воронцовская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Thank you.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Зюзина. А на брендированном до Каховской едем. До Каширской, точнее, едем. А он следующий? Да, потом следующий, потому что ЕЖ не принимают шести вагонов, нельзя запускать ему на аппарат поездов. Потому что шесть вагонов нельзя. Ну, короче, какой следующий поезд? Возможно, ЕЖа не будет, потому что, несмотря на 2 из 8 поездов, поэтому ЕЖа не будет на этот день, пора поездов. Если ЕЖа очень скучает. Потом следующее. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Каховская. Thank you.
Ожидаем его следующего брендированного через 2 минуты. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Варшавская. Через минуту тебе следующий поезд, еще оно раритетное. Без ежа брендовый московский транспорт придет, потому что вот и так далее. Снизу там вот на Севастопольске, там ходит еще на Серпуховске-Тибрязевске, помнишь, что мы ехали даже на Аки, на поезде АК. На... Да, там много оков на Серпуховске-Тибрязевске. Да, Кашуевская. До Калинового бульвара, шестерка. Вот шестерка. После номерного московского транспорта это только будет. Сейчас подъезжает раритетный поезд. Поезд раритетного версии. Номерной. После ретро-поезда будет вместо ежа 3 номерной. Брендовый московский транспорт. Потому что ежа не впустили, потому что. А значит, почему? Почему? А, потому что его уже старое. Им 50 лет исполнился. Ого! И как раз номерной. Брендовый московский транспорт. Сейчас. Вот сюда садимся. 15:03. Ань, оставайся здесь тогда. Синие, голубые сиденья на посадке. Осторожно, да, снизу сбиваются. Я посмотрю, какого это дают. Нет. Я посмотрю, какого это года выпуска. И номер. Номера 12.08 БПСН есть, а в номере 15.03 нет БПСН. Это 2000-х годов номерной. Это Лихопорский, кстати. Короче говоря... Осторожно, двери закрываются.
Кашерская. Следующая Кашерская. Для вашей безопасности держите из-за поручень. Кашерская следующая. И выходим. А потом до Кленового бульвара в Шестерке поедем. О, поезд красивый, номер 1503. Это 2000, возможно, третьего года. Вот такой вот. Номерной провожаем. А на таких, на Калужско-Рижской, их нет, не брендированы. Потому что вот уже номерные ушли в историю на Калужско-Рижской. Провожаем. Написано. Да, белого цвета. Трафаэт. Написано. Парад поездов. Ну да. В каждую субботу. Это в эту субботу, а воскресенье желтенькое. СТЧ-2 «Сокол». Парад поездов «Трафарет» – это СТЧ-17 «Братеева». «Братеева», в котором вошло «Братеевский «Трафарет». «Трафарет»? «Трафарет» «Братеева». Понятно. Сейчас. Через 2 минуты «Шестерка». Через 2 минуты «Шестерка» приедет. «Фиолетовый». Уже 10-й раз подряд поймаем, как всегда, бабушка. Ну да, это номерной. Это Сокольский, кстати, короче говоря. Он следует до Ховрина. Это, ух ты, 11269. Уникальный. Таких их редко встретить. Со освещением можно в детство редко встретить по Калужско-Рижской линии. Она тоже входила в Калужско-Рижской линии. Теперь на БКЛ. Или это он только в параде участвует? Нет, уже теперь на Замоскворецкой теперь будет работать только. Ранее они тоже на Сокольнической работали, кстати. На Сокольнической работали. Он, кстати, вот
От Красногвардейская, он потом Алматинская. Но помнишь, что он до Алматинской не ЛФЗ, а Мытищинский машиностроительный завод. Мытищинский. А он сейчас еще действует? Ну нет, мы ехали 6 марта. 6.03 мы ехали с тобой, помнишь? Вот, это ЛФЗ. Сейчас... Да какой сейчас? Мы едем до Кленового бульвара на шестерке. Да, шестерка следующая. Мы уже 10-й раз подряд поймали. Обалдеть. А, помню. 29 мая, недолго. Фиолетовую даже. То есть, я только фиолетовую поймал. Впереди номерной шестерка. Раз, через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Прибывает шестерка. Есть. Смотри, шестерочка. 10-й раз поймали. Как у вас радует. Видите, не только рыба ходится, ухаживают за ним. Даже за шестеркой ухаживают за ним. Они то же самое ухаживают за шестеркой даже. Десятый раз подряд. Антиводальные сиденья, кстати. А там наверху? Наверное, это, ну, возможно, Братеевский. Двери закрываются. Следующая станция Кленовый. Кленовый. Платформа справа. Кленовый следующий. А она... вы едете в Кленовый? Да, Кленовый бульвар. 2 минуты. Потом Русич до Нагатинского затона. Ага, до станции Печатники. Москва до текстильщиков. Нет. Я посмотрю, какого года выпуска. И номер. года, номер 2042.
2011. Хорошая шестерка. Мы на нем 29 мая ездили. Через 2 минуты Рутич приедет. Смотрим шестерку. Номерной точка 6 это эксплуатируется с Калининск-Линис 2009 года. На нем еще мигалка есть. Вот. На дверь. Также у Русича есть даже. Так что скоро отправится номерной шестерка. Номерной шестерка на Люблинско-Дмитровской. До свидания. Кстати, короче говоря. Шестерки Русич, четверка приедет. Из Арбатска пока стоит. У Русича даже имеет 3 дверные прохода даже. 3 дверных прохода? Да, даже у Русича. Имеет 3 двери даже. У 741. На той стороне это по часовой. У нас против. У нас против часовой стрелки. Это по часовой, бабушка. Да, Калиновый бульвар был построен 1 марта 2023 года. 23-го? Да, даже 2023-го в таком формате выглядит. Потому что парада поездов на кольцевой линии в 2023-м уже нету уже теперь. Потому что уже БКЛ, кстати. Вот, уже через 57, 56, 55, вот, приедет наш Русич. Так вот, через 45 секунд Русич приедет, она вон там находится. А ты как, запомнил, что зачем следует, да? Да, как он следует, потому что вот, он сейчас он приедет. Сейчас, открывал парад рыбы, через 30 секунд приедет Русич, а вот он впереди, Русич, раз, 24, 23. Через 20 секунд Русич. О, огни показались. Да, огни показались. Привет, Русичу. Арбатск из бывшей Арбатск-Покровской линии. Маршрут теперь 95 и 94. Сейчас, до Затона, да, до Затона. Сейчас, но я вот такой вот легендарный Русич. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Нагатинский Затон. Платформа справа. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. О, вставил даже звук. Я посмотрю, какого года выпуска. Года выпуска 2012. В 2012 был построен этот Русич. Точка четверка был построен в 2012. Он эксплуатируется на Арбатско-Покровской линии. Ему 12 лет, да? Да, ему 12 лет. Этому Русичу исполняется 12 лет, кстати, короче говоря. Да уж, хорошо поймали 2012-го Русич. Это Русич 2012 года. После номерного шестерки. Следующий после Русича АК Баклажан будет. Третий раз попадется подряд. АК, это тоже редкий поезд, да? Нет, там всего три ходят. На Солнцевской линии, кстати. На Солнцевской их три даже эксплуатируются. В ТЖ-18 Солнцево. Русич оборудован с кондиционером даже, представляешь, вот, хороший. Ничем, не у точка один. Как хорошо мы поймали даже с кондишеном. В нем хорошо, уютно даже.
минимум русичей присутствует антиватание, сиденье везем. Вот такие вот легендарные вот. Такие вот антиводальные сиденья у Русича есть, да. Четыре поезда остается у нас с тобой, бабушка. Потому что я еще друг за другом еду, бабушка. Сейчас на Гатинский затон. Провожаем Русич. Станция на Гатинский затон. Платформа справа. Я вставляю даже звук, как его на акварели даже. Как в акварели? Как в акварели, да. Провожаем поезд Русич. Даже присутствуют мигалки, как у шестерки даже. Русич хорошего образца, да. Через 20 секунд приедет АК следующая. До какой едем? Мы до Печатников на Оке поедем. Потом Москва до текстильщиков. До текстильщиков на Москве 2019. До Нижегородска. Москва 2020. Да, следующее. На АКЕ, на поезде АК Баклажан до Печатников поедем. Не авиамоторная, а Печатники. Потому что мы сократили время. Так что все у нас будет получше с тобой. С тобой у нас будет получше, кстати говоря. Не как раньше, а то больше часа мы ехали, короче, вот. А то мы больше... Вот. Сейчас через одну 10 секунд вот приедет поезд. Вот. Да. Сын поймет поездок. Будьте в виду, дорогие друзья. Потому что хорошая находка вот поймать ретро-поезда с охотой. Да, сейчас 50 секунд. Вот сейчас через 45 секунд приедет АК. Вот, едем в сторону, едем до Печатников, едем. Вот, близко АК, близко АК. Потому что сегодня у нас с тобой день города, кстати. Да, день города, праздник. Да, праздник. И вот впереди поезд 81-760. Вот, АК Баклажан. Просто свет, вот просто свет. Вот, со складным проходом, вот. Да, мы уже на БКЛ на этот раз в третий попались. На складном. На Оке едем в сторону Печатников. Смотрю, какого года выпуска номер. Это 2016 года. 16-го. Следующая станция – Печатники. Платформа справа. Thank you.
Потом Москва 2019 на Печатнике приедет. Вот. Да, вот такой вот легендарный поезд АК. Она 2016-го? Да, 2016-го. И 8 лет. 8 лет пока что. Но он эксплуатируется только с 2012-го. Ну, а нет, с 2014-го, возможно, быть. Или нет, с 2015-го эксплуатируешься по Серпуховско-Тимирятевской. Да, ну а сейчас на Солнцевской эксплуатируют. А сейчас по какой? По Солнцевской? Да, теперь по Солнцевской, вот. Но зато мы ехали даже на эксклюзив даже, представляешь? Еще остается три. Три остается. Представляешь? Друг за другом идут. 8 поездов. Вот. Следующая печать в Москве действует. Вот. И так далее. Потом на Москве поедем от печатников. Вот. От печатников до текстильщиков. Вот сюда. Ага. Вот хорошенький. Сейчас печатник. Вот печатники. Красивые такие. Синий, красный. И вообще поезд красивый. Ну, да. С той стороны, снаружи. Станция красота. Печатники. Платформа справа. Переход на Люблинско-Дмитровскую линию. Наземный переход на второй диаметр. У Аки то же самое, даже есть мигалка. Смотри, какой красивый. Баклажан действительно. Баклажан действительно. Сквозным. И они все баклажаны, да? Да, даже все баклажаны. Только две. А. Только две уникальные именно. Через минуту 50 секунд приедет Москва 2019. Следующее. Мы следуем от печатников до текстильщиков. Да, мы едем до текстильщиков. Да, на Москве 2019. Стан в печатнике то же самое было построено. Помню, что с 1 по 23 мая в 2022 году были закрыты участок от Волжской до Дубровки даже, представляешь? Для строительства большой кольцевой линии. Его ранее 2-3 года назад закрыли спустя. Закрыли участок на Люблинско-Дмитровской линии от Волжской до Дубровки даже. Помнишь, когда мне было 12-13 лет, его закрывали от Волжской до Дубровки даже. Да, делали ремонт, что ли. Вот, вот это вот. Реконструкцию, да? Ну да, нет, строили. Это капитальный ремонт, бабушка. Ну, красиво. Хороший. Станция вообще выглядит по-красивому. Современная. И пространство такое. Есть на что посмотреть. Единственное, потому что от Волжской до Дубровки, знаешь, почему закрыли? Это две станции. Печатник и Кожуховская. Вот. А-а-а. Еще Кожуховскую закрыли даже. Даже 2-3 года назад его закрыли еще Кожуховскую даже. А-а-а. Кожуховку. Эта станция Кожуховская была открыта в 1995 году. Сейчас приедет следующий. Вот, Москва 2019 прибывает на станции Печатники. Открывающийся проезда бывшей Люблинско-Дмитровской. Снова Москва прибывает по маршруту Каховская-Каховская. Москва. Раритетная Москва даже, 2019. Мы до следующей станции едем, до текстильщиков. До текстильщиков доезжаем. Сейчас. Так. Остановка
Так, вот, текстильщики. Текстильщики. Платформа справа. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Номер 6 сейчас посмотрю. Номер 6-66-744. 2019-м, кстати, был построен бабушкой. Да. Так, сейчас садитесь. А, да я поставила. Да я видеть ничего не могу. Вот сейчас. Теперь получше. Тебя освободили. Чеки следующие. Хороший раритетный поезд. Мы даже на коммунарке ехали с тобой даже. Уже коммунарки нет, представляешь? Да. Уже Новомосковский. Новомосковская. Потапова, да? Еще Потапова. Вот такой вот экстренный вызов. Такие вот сиденья. Станция «Текстильщики». Платформа справа. Наземный переход на Таганско-Краснопресненскую линию. Выход к железнодорожной станции «Текстильщики», второй диаметр. А следующий какой, опять? Следующий Москва, 2020. 2020. Так, провожаем Москву 2019. Вот, легендарный поезд с Сокольнической линии. Это бывший Москвы, бывший поезд с Сокольнической линии, которым следовали до коммунарки. Мы до коммунарки даже ехали с тобой, бабушка. Провожаем. Так, раз, два, три. Даже номер 1503 был построен, возможно, или в 2003, или в 2002, но я не знаю. Вот. Какие станции вот эти красивые? Текстильщики был построен в 2023 то же самое. Такие вот, вот такие вот сиденья, вот такие вот пластиковые. Пластика. Вот такие вот пластиковые. Вот помнишь, в первом части даже подходил, ты сказала, все нормально, сегодня парад поездов, вы не знали об этом. А, вот помнишь. Так что вот хорошо, что... Как попали сегодня, хорошо, да? Действительно, один за другим идут поезда. Наша история. Наша история. И история продолжается, как всегда. Да. Когда мы сели на номерной, брендированный, даже на Зюзино нет посадки на поезд. На станции Каховской нет посадки на поезд в сторону станции Зюзино. Это Рассашанский голос говорил. Вот. Через час 10-8 минут, 8 секунд, получается... Через минуту. Ты говоришь час? Через 57 секунд приедет Москва 2020. 2020, а потом еще какой? Москва 2024 еще. А, и все? И все. Ничего себе. Мы быстро даже. Ты прав, действительно, ты уложимся. Слушай, а сейчас до какой едем? Едем до Нижегородской на Москве 2020. Вот сейчас прибывает поезд. Вот, Москва 2020 прибывает.
О, Москва 2020, правильно все. Ух ты, это приветливый машинист. Вот, Москва 2020. Следующая Нижегородская. Номер 76530. Номер 76530, бабушка. Москва 2020. Хороший поезд. Очень хороший. Очень удобный. Удобный, да. Красивый. Да, комфортный. На нем присутствует еще кондиционер, да. Через 2 минуты Москва 2024 приедет. И на ней доедем, да? Да, возможно, до Лефортово. Вот.
Лефортово даже следуем. А Лефортово это где? Вот сюда. А потом? Все теперь. Там 8, там модели. А нет, там... Лефортово, Лефортово. Извершим... Ну как скажешь, Аркаш. Вернадского, Лефортово. Не до Савеловки, а до Лефортово. Мы потом обратно поедем до Вернад. Да, сейчас она приедет. И вот впереди Москва 2024 с Москворецкой линией. Вот, видишь? Смотри. Мы уже попали. 2024, да? Да. Вот попался. Их на Москворецкой много, кстати. Больше расти начало. Самое большое количество. Да, самое количество. Потому что мы верны, да, отстранены много от космодаты. Поезд хорошего образца. И снова четвертый вагон. Через одно. Угу. На нем присутствует даже синего. Цвет синего цвета. Нет, я посмотреть хочу. Вот. Деревянные все, вот там. Двери обновленные, вот такие вот. Вот. Сейчас вот. Сейчас посмотрю, какой номер. Номер 76 710. Сейчас, теперь я присаживаю. Все снял. Даже все снял. Даже чуть-чуть на час двинется даже. Вот, будет, возможно, и ровно час. Нет, не надо. Поезд Москва, вот 2000. Да, вот такой потолок интересный. На нем нету. Тут только телевизор отдельного назад, вот такой вот. А он будет сюда и сюда, в обе Thank you.
оборудованы кондиционером бабы. Вот такой вот хороший кондиционер. Вот. И он присутствует вот электронно. Так что вот, Москва-2024 – это хороший поезд, в котором мы ехали с тобой последний раз на Замоскворецкой. Все звонят. А, у тебя жулики, я помню. Так что у нас следующая заключительная станция Лефортово. А потом мы еще в мае будет чуть-чуть. На следующем выходим, да. У нас потом часть третья парад поездов будет. Часть третья. Мая, вот, когда исполнится 90 лет в московском метрополитене. У нас вот Лефортово. Мы на четвертом поезде. Вот такой вот легендарный, хороший поезд. О, еще даже Троицкую линию хотят запустить даже. Смотри. Вот. Написано: Новаторская, Университет народов, Дружбы народов, генерала Тюленева, Тютчевская, еще вот и Новомосковская. Тютчевскую. Да, на генерала Тюленева откроют вот. Да. Генерала Тюленева. И на Академической скоро, возможно, откроют еще даже. На Академической. Вот, Академическая, вот. Когда его закрыли участок от Новых Черемушек до Октябрьской. Вот. Она вот отсюда, до отсюда закрытый участок. Это в 2024, в январе. Даже закрыли участок от Новых Черемушек до Октябрьской. Так что выкатываем. Мы рады за парада поездов. Красивая эта станция. Да, Лефортово. Старый район. Известный. Так что станция Лефортово. Провожаем поезд до... Теперь стало уже получше теперь. Тихо закрывается, да? Да, но тихо закрывается. Сегодня удачно.